Интересные уголки природы вокруг Ирбита, памятники истории и другие объекты на его территории, события, которыми наполнена жизнь ирбитчан. Накануне все это обсуждалось в рамках стратегической сессии по развитию туристического потенциала нашего города. Ведь, по сути, все это может стать объектом интереса для гостей Ирбита и Ирбитского района. Ушкарева гора на Висяне. Пишите все. Пишем все, что есть. Так, чего у нас еще есть? Можно чуть мистическое такое. С каждым этапом обсуждения становилось очевидным, Ирбиту есть чем заинтересовать своего потенциального гостя. И что важно, тематических направлений может быть сформировано сразу несколько. От экотуризма для желающих узнать больше о природе Среднего Урала до экстремальных развлечений и возможности погрузиться в историю мировой культуры. В рамках игры мы анализируем, вот сегодня мы смотрим, какая природа, какие есть люди, какие есть уникальные событийные мероприятия. Ирбитская ярмарка знакома всем, но ведь есть еще много локальных событий, о которых многие не знают. А наша задача как Центр развития туризма, как Департамента по развитию индустрии гостеприимства Свердловской области о том, чтобы город Ирбит очень активно и ярко позиционировался на карте как региона, так и Российской Федерации в целом. Причем, организуя эту сессию, специалисты департамента ставили перед собой сразу несколько задач. Одна из них – анализ действующей инфраструктуры индустрии гостеприимства на территории Ирбита и потенциал города в сфере туризма. Вторая же задача – по возможности сформировать интерес у городского предпринимательского сообщества к работе в качестве туроператоров на территории Ирбита. Главная задача, чтобы на территории появился свой внутренний туроператор, который хорошо знает город, который привлекает в свой город, который получает от этого, соответственно, какие-то денежные средства, да, и повышает тем самым экономику своего же города. На сегодняшний день такого туроператора нет, чтобы были аттестованы экскурсоводы, ведь эта инфраструктура, которая городская, она не для кого-то, она в первую очередь для городского сообщества. Когда появляется хотя бы один туроператор, и он монополист. Очень здорово, когда их много, когда есть здоровая конкуренция. Вот. А чтобы о ней узнать, нужны такие сессии, чтобы мы это вслух проговаривали. Ну а пока ирбитчане только думают, их коллеги, приглашенные к участию в этой сессии, уже заинтересовались Ирбитом и готовы изучать это направление. Я в голове уже начала продумывать мысль о том, что надо запланировать сюда поездку на несколько дней, чтобы все эти ресурсы, которые сейчас я услышала, там природные, культурные, вместе с местными гидами пройти все, посмотреть и, так скажем, и оценить еще физически на предмет уникальности, интересности, безопасности, вот, чтобы можно было уже какой-то составлять турпродукт для гостей Екатеринбурга, ну и для жителей там города и области. Туристы поедут, вы никуда от этого не денетесь, понимаете? Вам не избежать этого. Внутренний туризм развивается очень активно, быстрее, чем просто мы себе это представляем. Вот другой вопрос, вы их примете и будете гостеприимными и, так скажем, принесете пользу себе и городу, или вы будете от них прятаться, закрываться, но они все равно будут стучаться к вам в дверь. Вот, понимаете, то есть это неизбежно. Надо просто этот факт принять и сделать так, чтобы было всем хорошо. И горожанам, которые, ну, так скажем, им, ну, придется с этим жить, да, в каком-то мере, ну и туристам. Так что и на этой сессии в очередной раз прозвучало ирбитским предпринимателям, готовым осваивать новые направления бизнеса, так или иначе ориентированные на индустрию гостеприимства. Стоит начинать работу и формировать бизнес-планы уже сейчас, начав, возможно, с самого малого. Идея вот вообще продавать сувениры возникла из-за того, что к нам приходят туристы и пользуются спросом это. А я как такой ярый фанат Ирбита, просто человек, который со всей душой относится к Ирбиту, к ирбитским людям, к ирбитским каким-то вообще достопримечательностям, и считаю, что Ирбит достоин внимания. Ну а администрация города со своей стороны продолжит работы и по проведению подобных мероприятий, и по поддержке предпринимателей, готовых осваивать новые для себя сферы. Ведь Ирбит, как уже было сказано, достоин внимания, а его гости – самых лучших условий пребывания в нашем городе. Первоочередная задача такого мероприятия – это все-таки объединить усилия всех субъектов, которые задействованы в сфере развития туризма, гостеприимства нашего города в первую очередь, ну и в целом, наверное, области
области, будем так говорить, заинтересовать наших предпринимателей, чтобы мы все поняли, как администрация города и как предприниматель, что мы едины в этом направлении, и только когда мы вместе будем развивать наш город в этом направлении, в сфере туризма, то тогда, наверное, какие-то мы результаты вместе получим. И мы хотим этим мероприятием показать предпринимателям, что администрация готова идти им навстречу, помогать. После таких встреч с предпринимателями мы уже точно знаем, что были обращения предпринимателей с идеями в администрацию о том, чтобы развивать ту или иную сферу бизнеса в сфере туризма.